Теперь, чувачки, с вами Алскэл, и со мной сегодня ребята. Привет! Всем привет! И сегодня мы с ребятами играем в испорченный телефон. Вы давно просили, чтобы мы записали. Так что сегодня будет испорченный телефон, за это обязательно сразу лайк. И я сейчас буду играть со своими подписчиками, так что если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Так, приглашаем. Хотите забавный факт? Я Антона подписчик, и я играю вместе с ним. Это все потому, что ты подписалась! Если хотите стать такой же, как Настя, переходите по ссылке в телеграм-канале и подписывайтесь. О, спасибо, за меня все сказал. Если вы не знаете, что такое испорченный телефон, то это один человек должен что-то написать, другой человек должен это нарисовать, потом человек должен нарисованное описать и так далее. Получается испорченный телефон. И сейчас мы будем играть в обычный режим, который вот это я озвучил. Это очень интересно, так что поехали. Начинаем. Напиши предложение. Визажист спорит со Шреком. Неплохо. Осел любит Шрека. Вот это можно будет нарисовать, интересно, надеюсь. Теперь человек должен будет это нарисовать. Так что посмотрим, что с этого получится. Так, а мне нужно Антон ворует жопу инстасамки. Мне это надо нарисовать. Люблю. Так, берем мой графический планшет. Я не знаю, как это нарисовать, но давайте попробуем. Вот это буду я. Я вот такой, типа, в руках буду тащить жопу, получается. И такой, типа, убегайте. Так, щу, щу, щу. Такая вот улыбочка. Волосы, чтобы поняли, что это я. Вот такая вот жопка. Что-то непонятно, что это жопа. Нужно немножко копилку сделать. Тоже непонятно, блин, я хрень нарисовал. Что это делал? Я не умею рисовать жопы, что делать? Блин, почему так сложно рисовать жопу? Это не похоже, у меня времени мало. Трусы надо нарисовать хотя бы что-то. Моя прелесть. Я не успел нарисовать, боже, у меня так гениально было в голове твоя. Теперь твоя очередь описать этот рисунок. KFC, флаг Украины и мышь какая-то есть. Патриотичная мышь трапезничает курочкой. О. Как-то так. На этот раз нужно успеть все. Говорящая собака. Говорящая собака. Как нарисовать говорящую собаку? Берем коричневый. Я и собак не умею рисовать, честно. Я вообще не умею рисовать. Так, вот это будет цуцик. Вот такая псинка. Получается верблюд. Что-то у нас длинная собака. Боже, какая смешная. Так, тут я и рот нарисуем. Вот так вот. И это было лишнее. Ла, 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 ла. Так, теперь понятно, что она говорит. Но давайте сделаем с нее оперного певца. Берем, рисуем смокинг. У нас будет поющая собака. Вот тут сделаем бабочку. Вот тут такую сцену. Тут будет аудитория. Вот такая креативная колбаса. И немножко глаз потыкаем. Блин, инстасамку вот с жопой я не смог нарисовать. А толпу разных чуваков, которые смотрят на собаку, которая поет, класс. Все, получается. Так, мне нужно это описать. Ква-ква, я почему-то лягушка. Это 100% я, потому что волосы зеленые, здрасте. Милскел, заколдованный принц. Заколдовали, блин, в лягушку. Вот так работает испорченный телефон вообще в целом. Типа, взяли, нарисовали что-то дно. Вообще, нужно было написать Милс лягушка, но я как бы чуть-чуть креативный, поэтому так напишу. И вот так вот получается реальный испорченный телефон. Посмотрим, что будет в самом конце. Мне кажется, вообще будет дичь полная. Волк убил чела. Опять собаку рисовать. Это у нас будет волк. Почему-то у нас получилась свинья. Это вообще задумывалось как челюсть. Ладно. Ё-моё. Я, между прочим, в детстве немножко ходил в художку. Почему слон? Почему реально слон? Чуть-чуть такой пушистый хвост сделать, это же волк. Подожди, у тебя нож в спине, а мне пух. Тут у нас будет тело человека, типа. Тут будут его ноги, тут его руки. Похоже или нет, типа? Боже, какой ужас. Не убивай меня. Тут немножко капли крови сделаем, тут чик-чик. Я надеюсь, тут понятно, что волк убил чела. Типа, не убивай меня, но он его грызет, потому что это волк, это хищник. Все понятно, готово. Почему у меня волк жирный? Так, теперь твоя очередь описать этот рисунок. Что это? Это круг и пальма. Закат на острове. Ну, похоже на солнце, типа закатное. Возможно, море не дорисовали, я не знаю. Клубничный сырок, люблю. Как это нарисовать, вы чё? Что я должен с этим сделать? Ладно, давайте, сырок. Сейчас мы сделаем сырок. Вот такой вот у нас сырок. Так, и тут нарисуем клубничку. Типа клубничный сырок. Вот такая вот клубничка. Клубничный сырок! Та-да! Это был последний рисунок. Сейчас мы будем смотреть, кто что нарисовал. И пишите в комментариях, какой рисунок вам понравился больше всего. Мне кажется, будет сейчас куча угарных или интересных. Поэтому напишите, мне интересно, что вам больше всего нравится. Кстати, если вы хотите еще такие ролики, потому что, ну, вам испорченный же телефон нравится, давайте под этим роликом наберем 80 тысяч пальцев вверх, и я сниму еще. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Все, начинаем. Первый буду я сейчас. Осел, спасибо, классно.
Написал, понятно. Похоже же. Спасибо большое. Портал времени. О-о-о, неплохо. Что это? Что это вообще такое? А что до меня дошло? Стоп. Ты ничего не рисовал, это твой рисунок. Это загадка. Твоя тема. Спасибо большое. Я думаю, блин, а что до меня дошло? Ё-моё. Я такого не видела. А, не видела. Чё? Господи. Ну это красиво. Ого, ну это креативно на самом деле. Тон, это по-твоему болт. Бегемот! Бегемот! Капибара! Смотри, как точно бегемота нарисовали по этому рисунку. Блин, один в один, как у меня волк. Ну я реально волка рисовал, челюсть случайно квадратная получилась просто. Это бегемот какой-то. У него подбородок такой или что это такое вообще должно быть? Это ступенька. Это пятая лапа. Ладно, следующая у нас Настя. Я пытался понятно. Это нарисовать. Горячая тема. Моя прелесть. Что? Поле лучше. Понятно. Класс. Это лучший арт. Похоже. Во что превратилась инстасамка? Ну, слушай, с первого рисунка реально жопа сохранилась. Вот она в самом конце у нас тут. Так, следующий у нас Паша. Пьет. Пьет? Пьет. Пьет. Никто. Боже, как хорошо. Хорошо. Почему? Потому что реально на муравья похоже. Настя, как ты такое лицо нарисовала? Это идеальное лицо. Антон, в смысле? Клубничный сырок. В смысле? Ты сломал систему. Зачем тебе это не клубничный сырок? Это сыр, блин, с клубникой, ты чё? Антон, не ожидала, фу. В смысле, фу? В этой Америке нету сырков, что ли? У нас нет, да, у нас нет сырков. Так, хорошо, следующая у нас Полина. А-а-а, я думала, это подписчик какой-то написал. Это я. Вау! Вот это очень круто, что до меня могло дойти? Говоришь сейчас. Мы испортили. Тут у меня Что? А почему крокодил получился? Вау! Вау, вот это красиво, да. Нифига себе. Ну, художники. Вот это художники. Причем, смотри, этот остался, как его, бантик остался, смотри, ничего про бантик не сказали, а он остался. Реально круто, отсылка. Только, правда, был Брайан Мопс, но... Остал крокодил Гена. Да. ФС. Что? Что? Паша, что? Боже. Я поняла, что до меня дошло. Это мой рисунок, горжусь. Вау. Настя, ты когда научилась рисовать? Не, я считаю, у Стаса лучшая курица получилась. У меня живая, почему вам сразу, если курица, то мертвая? Вот именно, изверги. Так, следующий у нас опять подписчик Лютый Пон. О, это так красиво! Настя, спасибо большое, очень красиво. Мечта, мечта и заколдованный принц. Меня заколдовали в детстве, я тебе честно говорю. Ты просто жаба. А ты что, детеныш там? Да. Да, он его спасает из огня. Нет, это не ребенок, это я печенье с магазина ворую. Следующий у нас тоже подписчик, давайте. Так, а что ты мне нарисовал? Понятно. Вообще не знаю, что до меня дошло. Что это? А, я понял, что до меня дошло. Подожди. Меня тут не нарисовали. Ты решил, что твое лицо это закат, да?
Да. Круто. Смотри, мне в конце не хватило палочки буквально рисовать, чтобы была эта улыбка. А, я понял. Ну, такое ощущение, что это, типа, знаешь, солнце, которое такое скрывается и такое... Здравствуйте, я за вами наблюдаю. Очень хорошие рисунки, мне понравились. Спасибо, пап. Спасибо, пап. Так, следующий режим, который мы будем играть, я предлагаю это дополнение. Мы будем рисовать маленькие такие, типа, черточки. А потом эти черточки нужно будет переводить в какое-то произведение искусства. Ура, тут не надо думать. Ура. Нам нужно нарисовать маленькие черточки какие-то. Допустим, я всегда рисую писюны. Нарисуем вот так вот, рисуем вот так вот, нарисуем вот так вот. Ну, типа, вы поняли. И вот так вот. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Красота! Рисуйте сами. Сейчас увидим, что с этого нарисуют. Должны будет нарисовать полноценную картину. Рисунок. Так, а теперь пора рисовать. Вообще, я знаю, что это Nintendo, типа. Ну, так вот нарисовать. Это Nintendo Switch. Так. Это все от меня будут ожидать. Фигушки. Это у нас будут рыбки. Пост принял, пост сдал. И такая будет рыбка. Так, это у нас вот море. Возьмем, нарисуем еще немножко пузыриков. Они у нас будут немножко оранжевые. И нарисуем такие цветочки, как в Спанч Бобби, вот так вот. Как-то так. Креативно, креативно, креативно. Пишите в комментариях, нравится ли вам. Главная задача просто нарисовать как можно непредсказуемее, как можно не так, как бы догадались другие нарисовать. Типа сделать что-то креативно очень. А теперь пора рисовать. Что вы видите на этой картине? Это знаете, как у психолога? Что вы видите на этой кляксе? Я здесь вижу дятла. Вот такое вот маленькое тело птички. Вот такие ручки, ножки. Получился какой-то больной человек, так хорошо. О, нет, вы знаете, кто это? Это у нас будет Барт Симпсон. Кто это? Я не знаю, кто это, ладно. Главное просто нарисовать. Возьмем еще, добавим немножко больше деталей, потому что на самом деле все не рисуют детали. Я считаю, зря. Пару деталей добавить, и все, это будет красота. Вот так, мужики. Что вы творите, мужички? Все. Следующее, что нам нужно нарисовать? Нет, нельзя. Что это может быть? Кораблик. Кораблик слабо. Будет социальный ролик. Два человечка, которые стоят над пропастью между друг дружкой. Не прыгай. Ок. Насколько креативно? Насколько креативно, как вы думаете? Добавим немножко деталей. Вот такие вот детали. Типа скала. Ну все, в целом готово. Креатив. Ужас. Короче, вы поняли, у нас будет куча шаблонов, которые вот нужно 5 из 8 у нас сейчас. Еще 3 шаблона нам нужно нарисовать полноценных. Что здесь можно нарисовать? Ну сейчас-то я жопу нормально нарисую. Что? Боже, я когда начинаю рисовать это... О боже, какой ужас. Чему, когда именно начинаешь заполнять это все, этот... О боже. Теперь-то инстасамка получилась. Не смотри, пожалуйста. Готово. Все там трудятся, у них еще 1,5 минуты осталось. Я нарисовал. А теперь пора рисовать. Ну, как бы... Ну нет, ножницы. Креатив. Парикмахерская. У тети Любы. Вот такая вот у нас вывеска. Тетя Люба, только не воруйте, пожалуйста. Я знаю, что как бы, ну, сейчас где-то эта вывеска появится на реально парикмахерской. Качество. Во. Та-да. У нас еще есть что нарисовать. Капец, как вас много здесь. Тут нарисовали прям сразу НЛО. Что вы здесь видите? Я вижу, тут здесь только НЛО. Это у нас будет прыщ. Все. Блин, прыщ. Неплохо, я считаю. Неплохо, все. Готово. Так, опять какие-то иероглифы. Что в такой ситуации рисовать, я не понимаю. Так, попробуем потом. Кто это может быть, я не знаю. Это сейчас опять, я везде рисую человечков. Это у нас будет танцор. Он в таком диско-костюме будет. Сделаем вот так вот, потом вот так вот, потом вот так вот. Это у нас будет диско-танцы. Лишь бы сейчас успеть, опять времени мало. Колокольчик, иди в жопу. Фух, вроде бы успел, боже мой. Мы очень старались. Первый буду я. Вот так вот. Это ты эту фигню нарисовал? Хрень. Да, вау, ничего не понятно. Полуфабрикат. Вау! Как вам? Паша, хорошо. Какая милота. Мил с поля, тоже неплохо. Тоже хорошая. Бабочки. Что это? О, это деревья, это деревья, милые. А, я понял. А у нас курочка получилась, у чего же? Трусы, если что, сверху. Сами на башке. Полина, это должна была остаться только между нами. Да ладно, я же с тобой тоже жила, ты че? Антон, какой тебе рисунок больше понравился? А, мне нравится очень сильно твой рисунок. Да, твой рисунок, все. Ладно, следующий у нас Стас. Держите. Что это было? Что ты представлял, когда ты это рисовал? Я не знаю. Кидать ссылку. А, да. Хорошо, неплохо. О, вот это креативно. Это я нарисовал. Не прыгай. Так, тут кого-то задавили. Смотрите, тоже задавили. У кого-то травма. Паша, а это что?
Это wrestling. Тут мне больше понравилось у Насти и у Антона. У меня футбол, типа в честь чемпионата мира. Чемпионат мира, ты думаешь, так происходит? И никого там нету, да? Просто два чела сидят, играют между собой. Ручками, нет, ну что, вот это красненькое, синенькое, это есть, типа эти персонажи вот эти, которые крутишь. О, я забыла крутилки добавить. Следующая у нас Настянка. Понятно. Я хотел написать спасибо. Что? Что? Вы сейчас офигеете, умысы. Вау, так, во-первых, красивая улитка. Ударился. Это боксер сам себя ударил, дурак. Ты чего все жопы рисует? Ты жопы рисует, реально. Я хотел нарисовать. Ого. Прикольно. Ого. Полина! Я говорю, это новый концепт. Полина, очень креативно, но почему теперь эти трусы у меня теперь на жопе? Это мой концепт. Я понял. Мне так прикалывает то, что мы сконнеклились супер. У нас одинаковые буквально рисунки, такие две жопы получились. Так, следующий у нас Паша. Если что, я рисовал этот... Nintendo Switch. Понятно. Я поняла. Вообще офигенный рисунок. Спасибо, спасибо. Зарисовали. Зарисовали. Амогусы, ну тоже неплохо. Такая креативная. А я нарисовал сначала и сразу стер, потому что я подумал, что все нарисуют. Мечта. Ого, Полина, ты концепт свой продолжаешь. Так, ну все Nintendo нарисовали, я так понимаю, да? Это у него из пупа кровь течет или что? Это ракета взлетает. Мне понравилось, что нарисовал Стас, Полина. А какого фига тебе понравилось? Это Пашина идея. А, да, да, ладно, все, тогда идем дальше. Полина нарисовала вот эту фигню, хорошо. Что это? Что это? Расскажи мне, что это? Офигенно. Вау! Все увидели лицо. Понятно. Что это? Я ничего здесь не увидела. Привидение. Привидение? Ого, океан. Это картина, Настя, это искусство. Полуфабрика тоже прикольно справился, красиво выглядит. Медуза. Медуза. Ладно. Это диско. Вы поняли? Это пиньята там? Нет, это шар. Это диско-шар. Дискотека, это дискотека. Следующий у нас полуфабрикат. Видно, что полуфабрикат. Это финишер. Ну все тоже лица увидели, да? Мужики. Такие губы, блин, длинные. Полина, да, ты вообще все время рисовала только меня специально. Паша тоже очень креативно каких-то глистов нарисовал. Тут что-то непонятное. Баба. Тоже что-то непонятное. Коробка. Это боже коробка. О, это база. Это база. Это база. Полина намекает, что тебе на Новый год подарит трусики вот такие. Я очень теперь надеюсь, что именно такие трусы будут у меня. Хорошо, будут. А внутри это у меня Роскомнадзор, типа, в плане он ролик заблокирует. Так, теперь Полина лучше. Они нарисовали НЛО. Мне интересно, кто что прокреативил здесь. Ну, НЛО. Я даже не подумала, что НЛО можно нарисовать. Круто. Вау. Женщина мечты Стаса. Господи, это логично было. Ну, это прям на Настю реально похоже. Полина. Просто везде. Блин, почему он волосатый? Ну такой, типа, бородавочка чуть-чуть. Настя тоже нарисовала, понятно. Все НЛО нарисовали. Ты стереотипный, конечно. Так, ну очень креативная заготовка, очень. Полина? Ну, конечно же, я. Трусики снял. А где трусы? Я снял трусы, все нормально. Все Милса нарисовали. Тут меня очень красиво, креативно. Лего-человечек. Милстоп бабочку нарисовали, хорошо. В трусах, кстати, тоже. Парикмахерская в тете Люба. Так, ну айфон. Айфон. Тоже неплохо. Паша. Прикольно. Это должна была быть утка, я поэтому спрашивал, есть ли у утки уши. Какая-то у тебя наркоманская утка. По-моему, это хомяк переросток какой-то. Хомяк с ветрянкой. Какой тут самый креативный рисунок? Я считаю, хомяк очень-очень красивый. В общем, на этом все. Если вы хотите еще, напоминаю, 80 тысяч пальцев вверх. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на ребят. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.